Кадровые чистки в прокуратуре Тернопольской области. На взятки в 20 тысяч гривен задержали прокурора Чертковского района. Деньги требовал от своего подчиненного за то, чтобы не объявлять дисциплинарное взыскание за недобросовестную работу. Задержали госслужащего прямо на рабочем месте при получении части взятки 5 тысяч гривен. Операцию проводили оперативники СБУ вместе с представителями Генпрокуратуры.